Ну, поперлись. Дальше. Так, я ключ какой-то нашел. Осталось сейф найти. Тут же как? Либо ключ найдешь, либо сейф. О, еще один ключ, офигеть. Что такое? Зачем аптечки давят, когда здесь монстров нет? Чтоб патронов дали. Так, ладно, куда идти-то? Что-то все... Так, подожди, а правда, куда идти-то? Ага. Два ключа аж целых. Ну, здесь я... Ой, зря я... Ну, вы знаете. О! Что? Монстр? Проклятье! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. А что такое? Уйман, что было? Вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Та-та-та. Подожди, мужик. Ты какой-то быстрый. А там что? Тра-та-та. Та-та-та, тра-та-та. Ни хрена нет. Ну ладно. Пойдем. Поехали. Поехали, поехали. А, это мы еще ниже спускаемся. Понятно. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Где все растеклось? Я ничего не вижу, мужик. А, вот это все. О, твою мать, тут еще и радиация. Откуда тут радиация-то, блядь? В шахте, я, блядь. А ракету поломали. А это не... Дьявол! Че, опять? Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. Окей. И прикрываем друг друга. Хорошо. Я помню это место. Тут, блядь, геморрой сейчас будет, по-моему. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Тут сейчас будем дохнуть, скорее всего. Давай сюда! Раздача! Подходи по одному! Тут что-то надо делать, кроме того, что выжить. Ладно, пофиг уж. Давай! Давай сюда! Проклятие! Парень, ты так не лез бы? Что ли? Не знаю. Вперед, батьки-то. Потому что он сдохнуть, по-моему, здесь может. Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Вы приступили за прежнюю черту, и теперь познаете нас.
дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Поехали, я внутри. Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ну как ты? Справишься с этим? Смерть уродом! Справлюсь, наверное. Может, не справлюсь. Можешь поверить, я за свою жизнь так и дурман не дам. Но это... Слов нет. Теперь ты увидел еще и это. Лестница, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно Шу. Говорить, но мне жутко. Давай лезь уже. Артём, давай ко мне. Куда к тебе? Где ж у него кнопка? Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну! Сейчас или никогда? Сейчас. Да. Что за... Перестань поливаться. Так, куда меня не пускают? Куда тебя слушать? Блядь! Че вы лестницы-то не можете нормальные делать? Не, ну ты подумай, че. Это не я. Это лестница. Да? Да пиздец, бля, ребята. Ну так нельзя, ёпты. Чё, блядь, лестницу-то не можете нормально сделать, ёп.
Ну давай, крановщиком поработаем. Используйте, чтобы перемещать кран. Для управления захватом. А. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Есть половина мощности. Ну и что дальше? Ты не захватил, что? Как захватывать-то? За хрень? Да я... Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Три четверти, но тискану еще капельку. Давай поехал. Как назад доехать? Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. 100%. Сейчас, ребята, минуту. А в лифте ты типа без этого сидел, да? Будь оно неладно, лифта мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. С моими черными.
только оглядись, Артём. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Да вы уже, блядь, отвоевали один раз, ёб твою мать. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Все гордо. Гордость — грех, блядь. Вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Что это за хрень? План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь. Прикроешь ворота. Как мы сюда попали? Такого, господи. Чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас. Ну, в кого вы там верите? В хранителя мы верим. Поехали, хрен с ним. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Опять. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом со Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Такси. Как добрались, товарищ полковник? За ебца. Что это за шутка? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Пять шин. Ну это уже было. Я знаю, я тут сидел сейчас. Разобраться.
вон же там монстр, не видишь, что ли? Слепой. Это я зря, Лео. За тобой, Артём! Я останавливаюсь не на секунду! Блин, опять что ли? Слева! Они слева! Теперь справа! Нам нужно убираться отсюда. Калаш какой-то. Давай, не останавливайся. Десантируемся. Давай. Не останавливайся ни на секунду. Что-то твоя рельса какая-то не особо. Ну давай же! Что ты орешь? Я даю. Артём, а? Осмотри комнату, живо. Почти попал. Будешь что рассказать, Бурган? Что рассказать? Как я сдох? Опять заперто. Так, патроны, патроны. Да, господи, еще 10 тысяч раз надо нажать, чтобы 3 патрона забрать. Слышишь? Осмотрел комнату дальше. Ой, как мы невидимые. Для нахуй не очень. Как бы невидимые, ладно. Пошли, ничего. Да, легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, упырь, я жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Мужик, это была плохая идея.
Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика. Ульман. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель закрыта за облаками. Мы поднимаемся. Прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны! Прячься! Спрятался. Она улетела! Найди способ сюда забраться! Подыхай, тварь! Смотри! Беги, Артём, беги! Пожалуй. Убирайся, гадина! Вали нахер. Синя тронки! Кыш отсюда! Кыш противная отродья. Так, куда идти? Заперка. Начальник тут заперто. Блять. Сзади! Осторожнее! Тут сзади армян засел. Куда дальше? Там рядом есть лестница. Давай наверх! Я уже понял. Это... Эпс. Давай, пошел. Молодцов! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник. Стреляй, Артём! А я чуть. Артём, Мельник, прием! Я ее завалил. Вот черт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Та-та-та. Чё-то какой-то у тебя ствол. А что-то получше? Да, определенно. У нас совсем нет времени. Только вот что-то патронов так мало. 41 патрон. Так, подожди, а чё? Куда? Как? Вот так.
зараза. Морды сюда повернуты, значит куда-то сюда идти. Сказал. Он несет смерть. Артем, Артем, это Ульман. Прием. Он пришел истребить нас. Артем, прием. Слышите? Черные в этом мире наименьшую опасность представляют, по-моему. Я как бы угрозы от них вообще не наблюдаю. Кто такие черные, вообще не понятно. Зачем их истреблять, тоже не ясно. Или вы думаете, что это они всему виной? Так, куда сюда? Я не уверен. Что такое, бля? Что, неужели сюда? Что свет-то погас, бля? Ребята, ну, не сюда. А куда тогда? Зачем ты тут летаешь? Зачем ты тут нужна? Что ли, блин? Может, сюда все-таки? Нет, вроде. Я не знаю. Куда еще тут можно пойти? Здесь затык. Может быть, вот здесь? Нет. Там затык. Ну, судя по всему, сюда, только я почему-то допрыгнуть не могу. Так. Что такое? Фильтра. А дальше-то куда? Лестница.
Остановите его. Уничтожьте его. Че, куда идти? Артём, прием, а? Слышите? Слышу. Че, жахнем? Или не жахнем? Ай, жахнем, че не жахнем-то? Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Минуту, это, наверное, не сложно. Мы остановим тебя. На, блин, я думал, они вырезали эту хрень. Мы уничтожим его. Может, правда вырезали? Бессмысленную эту. Кат-сцену. Не, нифига не вырезали. Это вы зря. Ну и куда идти? Я туда не пойду. Блин. Да. О, ну бессмысленно вообще. Зачем это все? Зачем? 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 На кой хер? Ненавижу. Зачем вот это все, бля? Ну да, ну и чё? Ну тупик тут. И чё дальше? Это мы уже проходили. Я сам остановлюсь, давайте только это. Закончим всю эту ересь. Короче, я, наверное, не буду это записывать. Потому что он пришел истребить нас. Как закончит проходить, продолжу. Уничтожьте его. Потому что это бред сивой кобылы. Врагов надо истреблять. Пришел истребить нас. Остановите и уничтожьте его.
Короче, хрен знает. Мы не позволим ему. Все, что ли? Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! Офигеть. Мало вам ядерной зимы. Давайте еще 3 ракеты запустим. Да уж. Парень, да ты в эпицентре, ёптать. Практически. Угу. Сядь, посиди. Или это не ядерные ракеты? Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Резюме выдать. То, что игра прикольная, да, но как-то непонятные чувства оставляет. Ладно. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.